Всем привет! С вами Вкусные блюда. Сегодня я буду готовить необычную, но очень вкусную колбасу. Колбасу языковую. Еще в 1939 году, когда ее начали производить, ее производили ручным способом. Вот, и поэтому она всегда в привязку к ручному производству и к начинке, которая там присутствует, она была всегда довольно такой элитной колбасой. Ну и стоила всегда дорого. Ну, я вам скажу, и вкусовые качества у нее тоже соответствующие. Значит, что нужно нам для производства данной колбаски? Я скажу сейчас просто ингредиенты, четкие пропорции, исходя из расчета на 1 килограмм готовой колбасы, я уже выложу в описании. Вот, а сейчас пока что нам нужно вообще для производства данной колбасы. Значит, нужно, естественно, язык. Я беру говяжий язык, можно брать говяжий, свиной, но лучше говяжий. Значит, язык, если он грязный, надо подскоблить чуть-чуть. У меня он после заморозки, поэтому я его положил в воду оттаиваться на 30-40 минут. Значит, дальше нам нужен шпик свиной или сало свиное. Нужна нежирная свинина, то есть с содержанием жира не больше 10%. Нужна нежирная говядина. Швартенблок, фисташки очищенные. И дальше из приправ и специй для самого именно фарша, который мы будем делать, эмульгировать. Так, для него нужно сахар, поваренная соль обычная, нитритная соль, белый перец, душистый перец, мускатный орех и фосфаты. Сейчас займемся приготовлением фарша. Фарш перемалываем на обычной мясорубке с диаметром решеточки где-то 4-5 мм. Сразу же во время перемалывания добавляю в мясорубку Швартенблок. Он у меня готовый. Рецептура приготовления есть в роликах. Там можете посмотреть, кому интересно. Чтобы потом его через блендер не перебивать, поэтому я сразу через мясорубку пропускаю. Итак, язык оттаял, теперь займемся его приготовлением. Снимать я это не буду, потому что нечего там особенно снимать. Расскажу, что нужно делать. Значит, воду эту после оттайки сливаем, берем кастрюлю, наливаем холодной воды и доводим его до кипячения. После кипячения туда закладываем язык, провариваем в кипящей воде 15 минут и после этого сливаем полностью эту воду. Добавляем опять же в кастрюлю кипятка. После этого добавляем пару горошин черного перца, пару листиков лавровых и на среднем огне, чуть-чуть ниже, варим в течение 3 часов. 3 часа это вот для размера, вот как мой. То есть килограмм-полтора килограмма варится 3 часа. Если меньше, до килограмма, то варится примерно 2 часа. Если больше, то варится 3,5 примерно часа. Так, мясо я перемолол. Там же и Швартенблок присутствует. Теперь это все засыпаем нитритно-фосфатно-пряно-посолочной смесью. Я здесь уже все перемешал, исходя из расчета на количество моего фарша. У меня здесь 2,4 килограмма получилось. Значит, пересыпаем это. Емкость берите сразу больше, потому что она нам еще пригодится, более большие размеры. То есть мы сюда еще будем язык добавлять и шпик будем добавлять. Теперь делим это на порции. У меня будет 2 в привязку к возможностям моего измельчителя или кутера. Ну, это в зависимости от того, чем вы будете взбивать. Можете хоть целым куском отправлять в морозилку. Я разделю напополам на 1,2 кг. Так, делим на 2 части, отправляем в морозилку для достижения температуры минус 1, плюс 1 для последующей эмульгации. Итак, фарш подморозился, загружаем его в кутер или в измельчитель, чем вы будете пользоваться. Единственное, что нужно, чтобы он был мощный. Значит, фарш у меня подморозился до температуры 0 градусов. Напоминаю, обязательно условия при эмульгации, то есть взбивании данного фарша, чтобы температура не превышала 8 градусов. Поэтому пользуемся подмороженным фаршем и пользуемся подмороженной водой. Итак, фарш загрузили. Доливаем немножечко холодной воды.
Я использую, так как с фосфатом, я использую 25% от массы фарша. И начинаем кутировать, эмульгировать, начиная с небольших оборотов и потихонечку повышая. Всего у меня, например, на кутере этот процесс занимает около 2 минут всего. Вот такое вот состояние у него. Липкое, однородное. Это говорит о том, что уже готово. Теперь пересыпаем это в тару, которая будет сутки просаливаться. И продолжаем с остальным. Итак, фарш эмульгировали. Теперь накрываем сверху пищевой пленкой. Именно сам фарш, чтобы не было доступа кислорода, чтобы он не окислился. Ну, цвет, чтобы был нормальный. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник ровно на сутки. Так, пока я приготовил уже фарш, язык сварился. Значит, как проверяется, протыкается свободно. Если на месте идет сок, выходит. Все это показатель того, что язык готов. Теперь нам нужно его почистить. Чистим его, пока язык не остыл, поэтому вот в таком горячем виде на несколько секунд под холодную воду или просто в холодную воду окунуть, или под проточной холодной водой. Немножечко охлаждаем поверхность и сразу же чистим. Так, язык почищен, теперь даем ему остыть. Итак, язык остыл, теперь я его взвесил для того, чтобы определить необходимое количество посолочной смеси. Смесь я, кстати, буду использовать 50 на 50, то есть 50% соли нитритной и 50% обычной каменной соли. Соли будет 20 грамм на килограмм. Здесь у меня 560 грамм, соответственно, будет там 11 грамм соли, из которой будет 5 грамм нитритной и 6 грамм обычной. Итак, теперь нарезаем на мелкие кубики размером 4 на 5 миллиметров примерно. Вот такие кусочки получились. Теперь засыпаем это все посолочной смесью. Хорошенечко перемешиваем. Закрываем крышкой, отправляем к фаршу в холодильник ровно на сутки просаливаться. Посолочную нитритную смесь я использую для того, чтобы был красивый цвет в последующем. Итак, сутки прошли. Я достал уже фарш. Надо, чтобы он где-то полчасика, минут 40 на отеплении постоял, чуть-чуть прогрелся. Пока я взял подмороженный шпик и начал нарезать вот на такие кубики размером 5 на 6 миллиметров. Сразу почему я ложу в друшлаг, потому что надо будет потом обдать его кипятком и потом холодной водой в последующем для того, чтобы они не слипались, эти кубики. И одновременно взял, замочил в холодной подсоленной воде оболочку. Я использую полиамидную оболочку диаметром 70 миллиметров. Если брать по ГОСТам, по правилам, то надо использовать или синюги, или диаметр оболочки 100-120. Ну, у меня не было просто, поэтому я, кстати, и не использую обматывание в шпик самого батона. Он будет у меня только внутри. Итак, вот такой получился. Вот он рассыпчатый. Теперь даем немножечко стечь в воде. Итак, теперь все ингредиенты смешиваем. То есть язык, шпик и фисташки. Так, теперь берем шприц, наполняем его. Можно набивать, конечно, и при помощи мясорубки, но шприцом, естественно, удобнее. Берем самую большую насадку и плотно набиваем и обвязываем колбасу. Итак, получилось 4 вот таких батончика. Смотрим, где есть воздух остался, там берем, штрихуем. Так, загрузила их в духовку. Теперь вставляем щуп в середину батона. Выставляем верхний, нижний тен плюс конвекция и температуру 90 градусов. Сейчас будет проходить у нас так называемый процесс обжарки до температуры 55 градусов внутри батона. После этого выключаем конвекцию, включаем один нижний тен и ставим на низ емкость с водой. И уже будет дальше происходить температура варки при температуре 80 градусов.
Готовым будет продукт, когда температура внутри батона будет составлять 69-71 градус. Итак, в общей сложности вместе с обжаркой и дальнейшей варкой заняло у меня по времени 1.5 часа ровно. После этого я достал ее и под проточную холодную воду охладил до комнатной температуры. Теперь по-правильному, конечно, нужно закинуть в холодильник на ночь часов на 12, чтобы разошлись равномерно все ароматы. Ну, я уже сниму, а потом уже, собственно говоря, это все сделаю. Вот я потом возьму, разрежу их где-то напополам или целиком, если влезет, и вот так вот в вакуумных пакетах завакумирую, отправлю в холодильник. При таком условии хранения они могут 10 дней беспроблемно храниться. Вот, значит, что вот так вот оно выглядит. То есть вон видны языки, видны вон шпик чуть-чуть. Ну, сейчас разрежем и попробуем. Вот так вот выглядит на разрезе. Язык, шпик, вон язык. Колбаска розовенькая. Это все благодаря, кстати, нитритной соли. Что сказать, вкусно. По специям, по приправам, и язык, и шпик, и свинина, говядина, все чувствуется. По соли, по пряностям, ну, как по мне, оптимальный вариант. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайк. Будет желание, попробуйте повторить. Все, до новых встреч. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.